2 ноября – последний день покупки акций отечественной энергетической компании «Кигок». Приобрести их казахстанцы могут через брокеров в приложениях банков «Табыс» и в отделениях «Казпочты». Почему выгодно инвестировать в компанию, рассказали на брифинге в столичном офисе. Гульдана Кален с подробностями. Национальный системный оператор АО «Кигок» размещает свои акции во второй раз. Впервые на бирже они появились 9 лет назад. Тогда одну простую акцию казахстанцы покупали за 505 тенге. С тех пор стоимость выросла в 3 раза и составляет сегодня 1538 тенге. Обороты компании растут, а общая сумма дивидендов, выплаченных акционерам, составляет порядка 218 миллиардов тенге. «Кигок» — это единственная компания на казахстанском рынке, которая выплачивает своим акционерам дважды в год дивиденды. Безупречная дивидендная история. В этом году мы также поменяли дивидендную политику. Если ранее минимум 40% от чистой прибыли выплачивались в виде дивидендов, то сейчас минимум 60%. Чистая прибыль «Кигок» за 6 месяцев составила 23 миллиардов тенге. Это в 1,5 раза больше показателей первого полугодия 2022. В компании прогнозируют дальнейшее увеличение доходов, а все потому, что расширился список потребителей электроэнергии и вступили в силу новые тарифы. С 1 июля запущен на рынок понятие единого закупщика, которая позволила «Кигоку» ввести новую услугу, услуга по пользованию национальной электроэнергетической сетью. Раньше мы оказывали свою услугу по передаче электроэнергии 60% потребителей Казахстана. Сейчас все потребители Казахстана являются пользователями нашей услуги. Вырученные от продажи акций средства компания направит на реализацию крупного инфраструктурного проекта по усилению электрической сети южной зоны энергосистемы Казахстана. Гульдана Кален, Диасхов Ламбаев, Хабар 24.